Спасибо. Добрый вечер всем. Дедушка старый, поэтому, Валера, я передаю тебе поздравления не только от себя лично, но от всего поколения, не только пограничников, но всех тех, кто является, ну, как бы так сказать, нескромно, правда, скажу, от имени ровесников Победы. Поздравления тебе. И хочу сказать, как можно дольше нас не догоняй. Время пусть остановится, жизнь пусть продолжается, а время пускай остановится, ладно? Долго-долго будь молодым, с таким же напором, с таким же азартом и со всеми твоими талантами, присущим тебе, ну, я не знаю, юмором и обаянием. Ну, а что касается исполнения, я вот хочу еще передать привет тебе вот еще от одного человека. Я благодарен за то, что я сегодня выступил в роли автора одного из клипов, который был показан. На Поклонной горе мне довелось снять целый концерт практически на лавочке Валерия Монастырева, когда пограничники собирались там вокруг, проходили, садились, останавливались. И мы снимали Валеру, а он пел, неистощимый такой человек. Вот, и в качестве массовки там был еще человек один, вот его зовут Борис Горбачев. Он тоже подружился с Валерой Монастыревым. Горбачев, доктор наук, мы с ним служили срочную службу еще тогда в 60-е. Вот сейчас 50 лет. Он не только мой однополчанин, но и мы друзья по жизни, самый близкий мой друг по жизни. Я желаю всем вот такой дружбы. Наверное, она у всех есть такая дружба, потому что я смотрю, вот барды, поэты, исполнители, композиторы, все очень дружны. Я очень люблю приходить в эти компании и встречаться с вами, ребята. Спасибо вам большое. Ну, Валера любит, помимо всего прочего, помимо того, что он любит петь авторские песни и знает их много, он любит очень петь песни, наши советские песни прошлых лет, знает их очень много, за что я ему очень благодарен, потому что немногие, вот поколение 10, 15, 20 лет разница, и уже как-то вот песни забываются, уходят. Валера все эти песни знает. Я хочу посвятить тебе песню из моей молодости, из моей юности, которую я очень любил когда-то. Спустя много лет я попытался ее восстановить, эту песню. Пел ее замечательный артист Марк Бернес. А песня замечательная. Я посвящаю, Валера, тебе. И, может быть, там строчечки можно повторять. И зал ее подпоет вместе. Песня называется «Перекресток». Песнею не
ни по чем. Это небо в саду, чьи звезды, старый дом за углом и заветный тот перекресток. Старый дом за углом и заветный тот перекресток. Из тех дальних лет песня, которую я сейчас хотел бы посвятить офицерским женам, не только офицерским, солдатским женам, женщин, которые провожали своих мужчин неоднократно в тревоге, ждали возвращения. Песня, я бы сказал, такая, она перекликается с сегодняшним бардовским творчеством, потому что когда-то очень давно в открытую песни эти бардовские вот так вот не звучали, в эфире не звучали, композиторы вынуждены были как-то их летовать, ну, утверждать, для того, чтобы они звучали. Но вот такая, такие песни прорывались. И вот песни, которые написали, я бы так сказал, не совсем профессиональные авторы, потому что здесь перекликается мелодия такая, явно угадывается одна из очень популярных таких дворовых мелодий. Но песня замечательная, песня наша, я бы сказал, песня наша мужская, посвященная нашим женщинам. Песня называется «Черные глаза». Песни сочиняю, о таких
сегодня не спит, еще одну свою очень любимую песню, песню, которая и мне дала очень много, и которую очень любят мои друзья, вот и Саша Минаев, Миша Михайлов, Монастырев, Горбачев, и все, с кем мы давно уже знакомы. Песня эта со времен войны. Василий Ермаков, фронтовой журналист, написал стихи, которые вошли в народ. Народ придумал музыку, вот такая вот, собственно говоря, бардовская, авторская, фронтовая песня. Называется она «Серая шинелька».